Слово «изреченное» в целом не преступление. А вот а кто берет винтовку и идет, ну, мы же предполагаем, что у всех своя голова за плечами, правда? Вот, а кто взял винтовку и уже нацелился на живого человека, вот тот преступник. А говорить можно, ну, хорошо, я скажу, опрыгайте все сейчас с балконов. Вот сейчас, прямо в эхе. То есть мы это, кстати, запрещено российскими законами, вы знаете, да? Да? Да. Ну, да, я говорю, да. Я к прерыву. Я так не говорю, ну и что? И что, все прыгнут с балконов? Нет.